пухлая певица рухнула под сцену во время выступления. В Британии певица Джемма Коллинз, обладающая весьма пышными формами, оступилась и упала под сцену. Казус произошел во время объявления победителей BBC Radio. Инцидент попал на видео. Ролик в сеть выложила сама Джемма. На кадрах видно, как певица упала в люк, через который на сцену поднимались другие участники шоу. В результате ЧП Коллинз не пострадала. «Это чудо, что я осталась жива. Я могла умереть или остаться калекой», прокомментировала Джемма Коллинз.